Добро пожаловать на программу «Рассвет пробуждения». Сегодня мы продолжим говорить на тему различные способы, как Бог говорит с нами. Я уже рассказывал вам о внутреннем свидетельстве Духа, а также о пророчестве. Также мы с вами говорили о Слове знания и о записанном в Библии Слове Божьем. Многие верующие хотели бы слышать голос Божий, но при этом они никогда не открывают Библию и не читают ее. Потому что прежде чем заявлять, что вы не слышите голос Божий, убедитесь в том, что вы открываете Библию и читаете ее. Аминь. Итак, всю эту неделю мы говорили о способах, как Бог говорит к нам. Два дня назад со мной в эфире был мой друг Рене Падрон. Мы говорили о том, как мы можем развить привычку уединяться с Богом в тайной комнате, где мы можем побыть в тишине в Его присутствии. Потому что когда мы слишком много говорим, мы не способны услышать Его голос. Мы слишком заняты тем, что говорим и говорим ему что-то. Неудивительно, что... Очень часто люди не слышат голос Божий, потому что они слишком много говорят. И сегодня я хотел бы добавить еще некоторые мысли о том, как мы с вами можем слышать голос Божий. Дополнительные способы, как слышать Его голос. Я писал в своей книге, проявляя силу Царства Божьего. Вы можете получить по электронной почте бесплатный экземпляр этой книги. В качестве благодарности за ваше деяние я вышлю вам эту книгу в подарок в электронном варианте за пожертвование любого размера. И потом я вам дам несколько комментариев на эту тему. Как я уже сказал, Бог говорит с нами через сны. Когда мы спим, мы находимся в полном покое. При этом мы ничего не пытаемся сделать. Мы не предпринимаем никаких попыток. Когда вы спите, Бог может передать вам информацию о том, что вы не знаете? Или, может, подтвердить в ваш дух то, что вы уже знаете, и нуждаетесь в подтверждении или одобрении от него? Во снах мы можем получать предупреждение от Бога о какой-либо опасности, а также получать откровение о нашем будущем. Через сны Бог нас предупреждает, наставляет и одобряет. В книге «Бытия» мы читаем о том, что Иосиф видел сон, и он рассказал об этом сне своим братьям, за что они стали еще больше его ненавидеть. Иосиф сказал своим братьям, «Выслушайте сон, который я видел». Вот мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и снова стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. То есть в этом сне Бог показал Иосифу его будущее и его предназначение задолго до того, как это произошло на самом деле. Поэтому мы тоже с вами должны быть внимательны к тем снам, которые видим. Послушайте, я не имею в виду, что каждый сон, который вы видите, это сон от Бога. Я совсем не утверждаю, что каждый сон имеет пророческое значение, но мы должны обращать внимание на то, что видим во снах. Потому что зачастую через наши сны с нами говорит Бог. Точно так же, как он говорил во снах со многими персонажами Библии. Иосиф еще был совсем юным. Когда через сон он получил от Бога откровение о том, что ждет его в будущем? Каково его предназначение? Как прекрасно, что нам для этого ничего особенного не нужно делать. Мы можем просто лечь и уснуть. Так важно войти в полный покой. Поэтому кому-то из вас сегодня будет очень полезно просто лечь и вздремнуть. И тогда вы сможете услышать то, что хочет сказать вам Бог. Правда здорово. Вместо того, чтобы жить в тревоге и думать, что же вам делать, вместо того, чтобы придумывать какой-то выход и волноваться внутри, вы просто ложитесь и засыпаете. И во сне Бог будет говорить с вами. В моей жизни Бог очень часто говорил со мной через сны. При этом... Я не скажу, что часто вижу сны от Бога. Это происходит не каждую неделю. Не так часто. Но в особых случаях Бог не раз говорил мне что-то важное через сон. Я точно знал, что это было от Бога. Потому что когда Господь говорит с тобой, ты знаешь, что это Он. Ты просто чувствуешь это внутри. Вспомните то, о чем мы говорили с вами всю эту неделю. Голос Божий будет отзываться у вас внутри. Каждый человек кто является Божьим детем, имеет внутри систему оповещения. Да, это правда. Каждое Божье дитя, каждый рожденный свыше христианин, имеет внутри себя, в своем духе, систему оповещения. Она дана нам Духом Святым. Иисус сказал, «Мои овцы знает мой голос, знаю голос своего пастыря. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Поэтому Дух Святой засвидетельствует в вашем духе, что сон, который вы видели от Бога, был от Бога. Не забывайте, что в этом деле крайне важно полагаться на Дух Святой, полагаться на то, что Он засвидетельствует в ваш дух. Библия говорит, ⁇ Светильник Господень, дух человека ⁇ Поэтому Господь обращается с нами, передает информацию в наш дух. И нам нужно всегда прислушиваться к тихому голосу внутри. Потому что если вы будете игнорировать этот голос, позже вы можете сильно об этом пожалеть. Возможно, Бог хочет предупредить вас, чтобы вы не подписывали этот контракт или не ввязывались в подобный вид бизнеса. Возможно, Бог подает вам тревожные знаки, что вам не стоит начинать строить отношения с этим человеком. И в глубине души вы это знали потому что внутри вас есть система оповещения от Духа Святого. Если вы игнорируете предупреждение в вашем Духе, то впоследствии вы пожнете то, что вам совсем бы не хотелось пожинать. Поэтому в момент, когда вам нужно принять важное решение, всегда помните о системе оповещения Духа Святого, которая помещена в ваш Дух. Молитесь и проверяйте свой Дух. Убедитесь, что в вашем Духе полный покой. Прислушайтесь к голосу Духа. Порой ваш разум будет говорить вам, противоположное тому, что говорит вам ваш Дух. Вам будет хотеться сделать определенную вещь, потому что на первый взгляд все выглядит так хорошо и так привлекательно. Это покажется вам великолепной идеей, и, возможно, для кого-то это действительно хорошая идея. Но если в вашем духе будет тревожно, то вам лучше прислушаться к тому, что подсказывает вам Бог через ваш дух. Я помню, когда я только начинал проповедовать, я часто видел во снах, что я проповедую где-то в другой стране. Во сне я видел, что проповедую на английском языке. И мою проповедь переводят на какой-то язык, который я даже никогда раньше и не слышал. Я был очень удивлен увиденным. Я задавался вопросом, что это за страна, что это за люди. Я видел во сне, что я проповедую на английском языке, и кто-то переводит меня на незнакомый мне язык. Прошло время, и этот сон исполнился. Я начал проповедовать в Финляндии, в Норвегии, в России, а также в таких странах, как Литва. Беларусь, Италия, Франция, Испания. Также я проповедовал на Филиппинах. И тогда я осознал, что этот сон сбывается. Теперь я все понял. Я вдруг вспомнил эти сны. И то, как я в них проповедовал на английском языке. И меня переводили на другой язык. Поэтому Бог будет говорить с вами, если только мы будем открыты к тому, что Он хочет нам сказать. Он говорил со мной через сны. И эти сны уже исполнились. Поэтому не нужно относиться ко снам слишком легкомысленно говоря, это всего лишь сон. Если вы будете внимательны голосу Бога в вашей жизни, Он доверит вам больше. Поэтому иногда даже полезно записывать то, что вы видели во сне? Какие-то ключевые моменты. Должен признать, я не всегда записывал то, что видел во сне. И теперь жалею об этом. Но иногда я делал пометки и очень рад этому. Я приведу вам пример. Когда я был совсем юным, многие люди пророчествовали в мою жизнь. Я слышал множество пророчеств о своем будущем от разных людей. Было время, когда я старался не пропустить ни одного служения, пробуждения. Я так сильно жаждал Бога. Внутри меня была огромная жажда познавать Его еще глубже. Все, что мне было нужно, это еще одно прикосновение от моего Господа. Я хотел во что бы то ни было узнать цель Бога для моей жизни, узнать, в чем состоит мое предназначение. Сейчас я уже не бегаю по разным служениям. Я просто сосредоточен на том, что доверил мне Господь на моем служении Ему. У меня сейчас хватает обязанностей, и я слишком занят в служении. Но я понимаю, что в разные периоды нашей жизни мы переживаем разные сезоны. Каждому сезону присущи свои действия. Тогда мне было нужно посещать множество конференций, разных служений, чтобы вместе с другими людьми искать лицо Божье, слушать разные Проповеди Я не просил людей пророчествовать в мою жизнь но я посещал множество служений и в то время Бог использовал много людей, которые пророчествовали в мою жизнь. Я помню, я купил блокнот Я начал записывать в этот блокнот все пророчества звучащие в мою жизнь, все, что только я мог вспомнить. Я записывал дату, имя пастора, и что конкретно этот человек мне пророчествовал. Я собирал эти пророчества в своем блокноте. Он стал для меня очень драгоценным. И я хранил его много лет в очень надежном месте. И вот через много лет я проходил очень тяжелое время. Здесь, в Соединенных Штатах Америки. Я вдруг начал переживать сильные атаки от дьявола. И даже начинал сомневаться в призвании Бога на мою жизнь. Может, кто-то из вас тоже испытывал что-то подобное? Когда вы начинаете сомневаться, действительно ли Бог имеет особое призвание в вашу жизнь, я начал задаваться вопросом, а не придумал ли я все это. Может, никакого призвания у меня и нет. В голове была каша, но вдруг в какой-то момент я вспомнил про этот старый блокнот. Я нашел в своем столе этот блокнот, открыл его и начал читать одно пророчество за другим. И в духе я просто знал, что все эти слова... Это действительно слова Бога в мою жизнь. Поэтому голос Божий имеет силу. Это слово самого Бога, Творца Вселенной. Слово того, кто создал все. Начав читать эти пророчества в блокноте, я твердо знал, что все эти слова не от дьявола. И я знал, что в этих словах нет места плоти, потому что все эти люди даже не знали меня лично. Они пророчествовали ясное слово от Бога в мою жизнь. Я начал внимательно вчитываться в каждое слово этих пророчеств. И в процессе внутри меня начала возрастать мощная вера. Потому что послушайте, что я вам скажу. Голос Божий высвобождает ваше сердце веру от Бога. Вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Поэтому голос Божий способен высвободить в ваш дух необычайную веру. Итак, я начал читать эти пророчества, в своем блокноте, и вдруг постепенно я начал чувствовать в своем духе подкрепление от Бога. Я получил одобрение в своем призвании. Моя вера вдруг сильно возросла. И даже атмосфера вокруг меня изменилась. Угнетение прошло. Я почувствовал, что стал сильнее. Моя вера укрепилась и пришла смелость, потому что в то время, когда Бог говорил в мою жизнь, я не игнорировал его голос, я все записывал. Я сохранил это в нужное время. Это слово оживило меня. Я хочу вам дать сегодня очень дельный совет. Начните записывать все, что говорит вам Бог. При этом я не имею в виду, что вы должны делать об этом пост в Фейсбуке, оповещая всех вокруг. Многие вещи, которые Бог говорит нам, не для публичного разглашения. Не нужно выставлять в социальных сетях все, что вы услышали от Бога. Иногда Бог говорит нам что-то очень личное, то, что предназначено только для нас. Только представьте ситуацию, когда ваш лучший друг открывает всем ваш секрет, открывает то, что вы доверили только ему. Представьте, что он выходит в эфир в Фейсбуке, в онлайн и разглашает вашу тайну, как ни в чем не бывало. Так поступать не стоит. Это просто некрасиво. При этом я понимаю, что есть вещи, которыми мы должны делиться с другими людьми. Но не все, что говорит нам. Бог должно транслироваться в социальных сетях. Библия говорит, «Тайны Господни, боящимся Его». Тайны Божьи предназначены не для всех. Только прислушайтесь к этому месту Писания. Тайны Господа — Боящимся его, он открывает их тем, кто почитает его. Не стоит открывать всем, что говорит вам Бог. Бог не всегда говорит то, о чем можно поделиться публично. Иногда это слово лично для вас, слово Божье, персонально в ваше сердце. И этим не нужно делиться с другими. Вам не нужно никому ничего доказывать. Это только между вами и Богом. Иосиф решил рассказать о своем сне своим братьям. Бог дал ему сон, от которого он был просто в восторге, и он решил поделиться со старшими братьями тем, что увидел во сне. Представляете, и ваши снопы поклонились моему снопу. Библия говорит, что после этого... Они возненавидели его еще больше. Он в своей наивности решил поделиться с ними тем, что увидел в своем сне, не понимая, к чему это может привести. Поэтому не стоит делиться со всеми тем, что Бог показал вам во сне. В этом нет никакой необходимости. Итак. Еще один пример сна. И у нас еще останется время для того, чтобы мы могли помолиться. Итак, я хотел бы показать вам видео о раздаче продуктов. Это благотворительная акция, набирает обороты. Так приятно видеть, когда ты что-то делаешь, и Бог прикладывает к этому свою руку и умножает и благословляет людей через это. Слушая голос Духа Святого, вы обретаете благоволение в глазах Божьих. И еще один человек в Библии, который видел сон, был Иосиф, земной отец Иисуса. Не биологический отец, но отец, воспитавший его, взявший Марию замуж, когда она зачала в чреве от Духа Святого. Ирод намеревался убить младенца Иисуса. Тогда Господь явился Иосифу во сне и сказал, «Возьми Марию, жену твою, и бегите в Египет». Он предупредил его об опасности, нависшей над тем младенцем Иисусом. А теперь представьте, что бы было бы, если бы Иосиф отреагировал на это так. «О, это всего лишь сон. Я предпочитаю, чтобы мы остались здесь». Для Иисуса это был вопрос жизни и смерти. Иосифу нужно было отнестись к этому сну со всей серьезностью. Поэтому он ответил на этот сон тем, что в точности сделал то, что Бог велел ему сделать во сне. Он знал, что с ним говорил сам Бог. Иисус сказал, Овцы мои знают голос мой, за чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Если вы, Божье дитя, вы знаете голос вашего Отца, правда и то, что вам нужно развивать чувствительность к его голосу. Но внутри вы знаете точно, если Отец Небесный обращается к вам, кто-то может сказать на это «Аминь». Итак, Иосиф взял Марию и младенца, и они убежали в Египет. Позже он увидел другой сон. В этом сне ему явился ангел и сказал, «Вы можете возвращаться в Израиль, потому что умер тот, кто намеревался убить младенца». Вы можете спокойно возвращаться домой. Угрозы для жизни младенца больше нет. А теперь представьте. Если бы Иосиф отреагировал на этот сон так, это еще один пустой сон. Я лучше буду растить нашего сына здесь, в Египте. Он бы переписал всю историю мира. Но к счастью, Иосиф послушался Бога и вернулся. Вот почему так важно послушание голосу Бога. Продолжайте писать ваши молитвенные нужды потому что скоро мы будем молиться. Итак, мы говорили о том, что Бог говорит вашу жизнь через пророчество. Еще один способ, как Бог обращается к нам через видение. Видение Бога реальное. Если вы хотите узнать о видениях, на нашем сайте вы можете записаться в онлайн-школу, где мы учим об этом. Один из прекрасных примеров в Ветхом Завете, когда пророк Елисей просил Господа открыть глаза его слуге, чтобы он увидел воинство ангелов вокруг них и перестал страшиться могущественной сирийской армии. os do seu cérebro para que ele não tivesse mais medo do exército que estava ao redor dos inimigos dos sírios. Esta 4ª книга Царств, в 6ª глава, 17º стих.